У грузина жена умирает. Сидит седой человек, видит, как в комнату, наверное, где лежит больная супруга, входят дети, внуки, прощаются с ней. Потом старшая дочь выходит, говорит: папа, мама хочет с тобой попрощаться. Он заходит, лежит исхудавшая женщина, видно, давно болеет, одна нога уже там, на том свете. Он говорит: Манана, чем я могу тебе помочь? Она говорит: я имею право на последнюю предсмертную просьбу. Он говорит: да, если я смогу выполнить. Выполни, говорит, пожалуйста, свой супружеский долг. Вот что-то там сварганил, вышел и рвет волосы на голове, мол, что я наделал. И потом слышит звон посуды. Заглядывает в столовую, и у супруга в красивом платье летает, накрашенная вся, накрывает стол, вся вылечилась. Он говорит: что с тобой случилось? А ты, говорит, меня вылечил. Как тебе, говорит, не стыдно, если, говорит, ты знала, что это лечит, сказала бы мне, я и твою маму вылечил бы, и папу вылечил бы.